В нашем доме сегодня появился прекрасный, очаровательный попугай Барабановый. Назвали мы его Гарри. Он выкормыш, абсолютно ручной. Сейчас в клетке находится от волнистого попугая. Но это буквально на сутки, на двое, пока мы не подготовим ему клеточку под его размер. У нас еще есть животные, кот, собака. Коты уже и собаки имели знакомство с попугаем, поэтому они абсолютно спокойно к нему относятся. Такая вот травка у нас проросшая есть, мы будем его кормить. Да, Бьютичка. Да, зайчик. Вот, сейчас покажу нашу красавицу. Бьютичка. Бьюти. Она просто наблюдает и понимает, что попугая трогать нельзя. Это домашнее животное, которое любимое, такое же, как и она. Доти, Доти, иди сюда. Это наша собака Доти. Она тоже была воспитана с волнистым попугаем, поэтому на попугаев никак не реагирует. Вот кошка абсолютно спокойно занимается своими делами. Попугай тоже спокойно достаточно реагирует на это. Поэтому, если вы надумаете заводить своих животных, попугая заводить, и при этом у вас уже есть собака или кот, главное, чтобы собака и кот были к этому готовы. То есть они не должны бросаться на него, они не должны каким-либо образом на него нападать. Тогда попугай абсолютно спокойно реагирует и понимает, что ему ничего не угрожает. На этом пока все. Как мы целуемся и обнимаемся, сниму в следующем видео.